Привет всем! Сегодня у нас обзор на полную рождественскую коллекцию 2003 года. И вот так вот она выглядела. 11 игрушек. Ну, традиционно, как во всех предыдущих старых коллекциях, у нас здесь разного типа игрушки. Некоторые похожи больше на коллекционные, некоторые больше на сборки. Но вообще, эта коллекция очень симпатичная. Давайте ее посмотрим вживую. Да? Начнем, наверное, с таких более коллекционных игрушек, которые можно назвать. Это, конечно же, коллекция ангелочков. Да, вот таких вот три у нас симпатичных ангелочка ребенка представлено в этой коллекции. И очень классно они получились. Да? Вот такие вот симпатяшки с крылышками. И можно назвать их основными коллекционными игрушками, конечно же. Ну, наравне с Дедами Морозами, которые мы сейчас посмотрим. Ну, Деды Морозы, конечно, коллекционные, и в плане коллекционности, что они сделаны, да, как коллекционные игрушки. Да, но ангелочки здесь, конечно, центральная такая коллекция была в 2003 году. Да, ну и вот они самые эти Деды Морозы, ну, сделаны прям как вот настоящие коллекционные киндеры старые, может, даже вручную раскрашены. Это у нас два таких Деда Мороза, полноценные фигурки, один на сноуборде, другой на лыжах. Ну, куда без Деда Мороза, в каждой коллекции есть у киндера Дед Мороз, и это у нас вот четвертая и пятая коллекционная игрушка. Ну, что касается остальных, то эта игрушка скорее больше к сборкам относится. Вот еще у нас есть две таких висюльки, которые, да, можно сказать, больше к сборкам относятся, но вообще, да, в каталоге они относятся, конечно же, к коллекционной серии 2003 года. И вот такие вот две висюльки у нас, Дед Мороз на мотоцикле и на машине. Ну, тоже очень симпатичные. Да, и дальше у нас совсем игрушки немножко в другую сторону. Да, здесь у нас вот такая вот металлическая монетка такая. Вешается тоже на веревочку, была вместе шла с игрушкой. Да, ну, полностью из металла сделан Дед Мороз. И вот такая вот елочка, да, тоже такой вот, скорее к сборке можно отнести. Ну и две последних игрушки, самые симпатичные в плане функциональности. Это вот такая вот елочка. Смотрите, если тут покрутить, то она вот так вот классно вылазит. Да, в плане функциональности самые лучшие игрушки в этой коллекции. Елочка и точно такой же, да, абсолютно такой же снеговик. Да, вот так же он выглядывает. Да, ну и такая вот сборка на новогоднюю тему. Ну что ж, таким был обзор на полную коллекцию рождественскую 2003 года. Ну, рождественские коллекции всегда были классными, и это не исключение. Ну и новые коллекции тоже, в принципе, очень-очень неплохие, достойные. И в этом году, думаю, тоже должна быть классная рождественская коллекция. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем спасибо. Пока-пока.